Приветствую всех, друзья. Ну что ж, давайте думать, как будем, конечно, с этой канители выходить. Может, попробовать это все аккуратно объехать и удрать отсюда? Интересно. Почему бы и нет? Раз такое. Так, кого мне здесь убить? Да. А, так это миниганы дурацкие, ёб. Так. Так. О, ах ты кай. Нет. Женя без снайпы здесь никуда. Ема, я думал, это стационарное орудие, это просто миниганы, надо было их поушибать. Так, минус один. А, блин. Ага. Да вы чё, издеваетесь надо мной, что ли? Блин. Так. Ладно. Я, короче, понял. Надо туда пешком бежать и аккуратненько всех вычесывать. Ну тут разносят в щепки просто. Целься, целься. Ракета мне прилетит в лобежник. Ты выпендриваешь, да? Так, хорошо. Где еще одна была гадость? Привет! Да, 26 уровень, говорите? Ну ладно. Понятно, что так больно били. О, я могу стрелка чисто теоретически снять, не кисло. И где-то еще здесь было, да? А не вижу.
Так, вроде по мне три штуки стреляло. Так. Две я уничтожил, одного я снял. Чисто теоретически должно быть все. Чисто теоретически. Не, ну здесь, конечно, оборонка, блин, лихая. Ладно вам, ребят. Было. Oh, you know that hurt. Такс. Граната есть? Где? Блин, не вижу в упор. Ага, кто-то оттуда. О, здорово. Да, лихая тут обороночка, я вам скажу. Не ожидал я такого. Чё ты мне подаришь? А, неинтересно. Это меня не интересует. Ладно. Гранатки. Нифига. Так, ну вроде все. Так, за миниган я сесть могу хотя бы. Да, могу, отлично. О, где все? Блин, никого нет, как всегда, ну это злобно. Поехали, далее. Не, ну конечно. Три миниганные установки с людьми, это прикольно, я вам скажу. Такс. Здравствуй, магазиней. Надо посмотреть, что у тебя такого интересного есть. Раз попродавать весь хлам, который я насобирал случайно. Что у нас здесь? 58, это и так у меня есть. Это у меня и так есть, да? СМГ 1080. Шотган 160, а у меня шотган 180. Ну, у меня все самые модные вроде подкуплены, так что париться в голову не надо. Так, вот три гранатки я прикуплю. Это надо продать. Так, 19-й. Да, 22-й. Ну, дробовик не знаю. Так, что у нас тут? Это у меня все экипировано, да? 22, 22, 25, 17. Ну, снайпа, конечно, 17. Но она пока по хорошие результаты. Shield Regeneration. У меня денег, правда, нету. Так что нефиг облизываться. Мне надо вон куда-то вот. Ох, ядрить мне здесь путешествовать. А щит-то мне срубают, скажу вам, хорошо. Гранатку.
Вот что-то... Не, ну хотя, кажется, я правильно двигаюсь. Непонятно, правда, пока еще. Не-не-не, да ты издеваешься. Да, конкретно издевается игра. Топ. А, нет, все в порядке. Ха-ха-ха. Знаете, что я скажу? Что все еще хуже, чем я думал. Мне здесь очень конкретно, смотрю, шпынявят. Так, тут надо быть очень осторожным. К примеру, спиной не поворачиваться к потенциальному противнику, да? Какой карьер-то запутанный, ёшкин там отрёшкин. Может, ночью противников меньше? Или потому, что у меня уровень меньше, противников меньше? Тоже, кстати, может быть такое. Так, ну вроде здесь что-то подчистили, да? Так вопрос, как сюда пробраться? Что-то нифига не понимаю. Что, никакого моста, что ли, тут нету? Ладно, спрыгнем давай, фигли. Много вопросов, ни одного ответа. Собачек еще и жрать, что ли, можно? Хотя жрать можно все, что двигается и бегает, пока оно дышит. Главное, чтобы вокруг него мухи не летали. Так, пока чисто. Было. Come on. Oh, you know that hurt.
Да, блин. В текстурах застреваю. Не очень приятно, кстати говоря. Так. Так, кстати, мне надо ХП подрегинить ним. Да, блин. Ладно. Ну, ХП подрегинили порядок. Так, здесь пушка, кстати, падала. Давайте-ка посмотрим. А, это не пушка, это бабки просто. Ой, неинтересно как-то. Так. Да, скажу я вам, тут продвигаться, конечно, это адовое дело. На 25 уровне, в частности. Хотя, если уровень поднял бы, тут не было бы так интересно. Тут, знаете, двоякое такое ощущение. Одновременно и тяжело, и интересно. Это довольно-таки прикольно. Мир, 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 мир. Я надеюсь, это не босс, блин. А, убейте Крона. А, Ваудкей. Ой, блин. Вы серьезно? А гранатами его закидать получится? И этот козел. Вижу. Нет, не вижу. А, он где-то там. Да, блин, достал тоже. А, привет.
Чит, алло. Спасибо, блин. Там уже хреново попадается тебе с такого расстояния, верю. Up in the kill count. Так, ну с теми надо всяко поближе воевать. Так, и надо еще того робота спасти. Да, надо серию будет назвать «Работа с снайпером». И как снайперское вырезание, надо придумать что-нибудь. Эй, мужики, хорош. Где? Блин. Спрятался гад как. Ага, забегали, забегали. Давайте последнюю тогда уж киданем. Ага. Улыбочку. Отлично. Тарам-тарам-та-там. Хрен, а тут выбор снайперских винтовок. Че, издеваетесь, что ли? Так, у меня 219 урон. Здесь урон электричеством 2х. Ёшкин ты матрёшкин. Блин, это как-то нечестно. Ну, давайте вот эту вот возьмем. Стоп. Так, вот теперь подопытного бы, блин, найти.
Было бы вообще неплохо. О. Блин, а у нее что, зум такой маленький, что ли? Че? Так, один weapon zoom. А здесь у меня weapon zoom. 3.9. Ёпт. Ты. Так, weapon zoom. 2.7. Да. Как ни крути, эта винтовка пока будет лучшая. А головку-то было видно. Винтовки, конечно, хорошие, но с таким зумом они мне, ну, здесь не пригодятся ни в коем разе. Блин, так хочется алоэ собрать. Это звездец какой-то. Так, а что нам с этого дяденьки выпало, вот мне интересно. Ну, открой-ка мне секретик. Бабло, бабло, бабло. Так, 23-й, пистолетик и деньги. Так, я надеюсь, какое-нибудь ценное оружие. Рокет лаунчер на 25-м уровне. Ну, даже, блин, не знаю. Это вот что-то основное. А, бабло просто. Купить. Я-то думал. Слушай, хорош на меня своими голубыми глазами смотреть. Еще обратно писать, бежать, да? Ой, писец. Ой, писец. Так. 25-е, 16. Блин, даже не знаю, какое оружие-то получше будет. Так, 23-й. Кромс Сидефарм. Ну, попробуем. Все-таки 23-й левел, правда. Ну, блин. Нет, этого оружия, знаете, крыша едет. Какое поставить, какое лучше? Ну, конечно, разнообразие оружия я люблю. Но лучше бы тут было 7 видов стволов и разные модификации. Знаете, что 50, вот как в Fallout я когда играл. Ну, может, кому интересно, может посмотреть. Там я немного поснимал. Там начала игра глючить. Из-за того, то, что... К сожалению, игра старенькая, под новые Windows, под новые драйвера, она не оптимизирована вообще ни разу. Вот такая вот ботва происходит. Насчет нового Fallout, который мне писали, поиграй, раз так понравились стрелялки. Ну, друзья, вот я же говорил, еще в начале серии Borderlands'а. Я не вижу ничего особенного в Fallout, даже по графической составляющей, отличие от Borderlands. А тут вот в Borderlands мир поинтереснее. И он как бы, ну, он не слишком маленький и не слишком большой. А понятие Fallout, ну, блин, его фиг знает. Третий Fallout я еще приемлю, потому что там модов было довольно-таки много, и люди в действительности старались. О, неплохо. Слушайте, неплохой пистолетик у Крома. Лихо.
Лихой пистолетик, я вам скажу. Так, что мне тут с оружием прокачки-то вообще, в принципе, в общем целом? Так, УЗИ 07 аж. Так быстро добежал до выгу. Нифига себе. Да, я очень быстро добежал. Так, ну в магазин пока не пойду. Надо сдать задание этому чудику-юдику, блин. Угу, ой, как далеко-то бежать. Да вы издеваетесь надо мной. 26 уровень, да? Ох, меня здесь ждет веселье. Мелкий засранец. А, то есть они типа мстят за убийство? Да завянь ты. Нет, да вы гоните. Блин, отстой. Так, завалили. Фу. Ну, чувствую, друзья, тут обратно придется пробиваться с тяжелыми боями. Что ж, на этом серию, пожалуй, закончу. Всем удачи, всем пока. Да, это будет, походу, жестко.